Как и обещал, начинаем растаможечку. Купили вот такой вот какао. Всегда его берем, я все время показываю, что самый классный. Майонез на салатик или на два салатика, мы еще не решили. Здесь, значит, греческий йогурт, ну это котику, Марсику. Дальше купили вот такой бездрожжевой хлеб, я в последнее время ем его, он очень вкусный. Ну, помимо хлебцев. Обалденный, в Окее видите, купите, попробуйте, очень классный. Так, дальше для фильтра воды купили вот такой, точнее для барьера, купили вот такой фильтр для воды. Так, две пачки масла, 82,5%, другого не было, которое нам нравится, решили взять это. Дальше сок лимона. И попробовать, никогда не брали сок лайма. Посмотрим, как он на вкус. Дальше. Так, что показать? А, купили две упаковки сахарной пудры. Вот такая. Никогда не брали, но по составу очень классно. Здесь, значит, в состав входит только сахарная пудра и всяких крахмалов и прочего. Это для глазури на куличи. Также мускатный орех обязательно. Обязательно кардамон. Это все для куличей. Кардамона две упаковочки взяли. Потом для яиц вот такие вот штучки красивые. Это в кипятке их опускаешь, она натягивается на яйцо и получается очень красиво. Слишком яркие брать не стали. Захотелось что-то нейтрального. Так, дальше. Две упаковки ванильного сахара, тоже очень классный, кто не пробовал, советую попробовать, тоже для кулича. И вот такую сахарную пудру тоже взяли попробовать, она тоже без крахмала, потому что тяжелая. Это мука Макфа, решили взять такую попробовать. Потом два наполнителя по 5 литров, это Марсику древесный. Взял попробовать вот такую вот ряженку, это с печеным яблоком, тоже по акции было, и обычную ряженку. Я люблю очень ряженку, мне она нравится, вкусная. Так, селедка наша любимая, тоже была по акции, 100 с чем-то рублей, 150 что ли, что-то в этом роде. И взяли вот такую селедку попробовать, она тут с пряностями, там перчик, травки какие-то, в общем, должна быть вкусная. Морковка, здесь 5 штучек, и маме яблоки купил, она очень любит. Так, далее, два карбоната, небольшие, постненькие, не жирненькие, на 512 рублей вышли. А, карачок, сейчас покажу, тоже свиной, вышел на 424 рубля, тоже не слишком жирный, постненький. И взяли курочку, грудку, вот, тоже все по акции, классно. И последнее, что покажу, взяли формы для куличей, небольшие, потому что огромные куличи, что-то в этом году не очень хочется. Вот, такая красная, как хохлома, 3 штучки, они тоже по акции, там 49, по-моему, рублей они стоили. И чуть-чуть побольше, здесь 4 штуки. 54 рубля тоже по акции. Тоже как такая вот в русском народном стиле. Это не хохлома, наверное, не знаю. Вот. Вот такие покупки сегодня вышли. Это где-то на 4500 там с чем-то. И плюс скидка у нас по карте Окей получилась 900 рублей. Я считаю, что вполне даже очень ничего. Так что вот такая сегодня растаможечка. Всем хорошего дня, отличного настроения и до новых влогов.